毕业设计师。Коллеги, добрый день. Два игрока с группы России сегодня, которые общаются с вами, Максим Кануников и Василий Березуцкий. Первый подающий, пожалуйста, вопрос. Два? Конечно. По традиции. Максим, добрый день. Вас впервые пригласили в сборную в этом мае, и не считаете ли здесь себя, в смысле, может, мне все это снится, вдохновляет ли пример Сычева, который вообще 18 лет приехал на чемпионат мира 2002 года и здорово там сыграл? Ну, вообще это большая ответственность, какая-то в национальной команде, вот, но в команде уже 3 недели, поэтому полностью адаптировался и считаю себя направленным членом команды. Yeah, it's a huge responsibility for me to be part of the national team. I've been here already for 3 years, so now I'm feeling really confident as a part of the group. И второй вопрос. Какие обязанности у вас в сборной молодого носит рядовой с мячами после тренировок? Кто из ветеранов к вам относится строже всех, а кто наоборот поддерживает? Ну, атмосфера в коллективе такая позитивная, поэтому все поддерживают, нет никакой критики со стороны игроков, только поддержка и подсказки. Yeah, we have very positive spirit as a group, so everyone just gives advice, and no matter what your age is, if you're a young player or not, everyone always helps you, and it's very, very good to stay in the group. А кто мячи носит? Не замечал. А? Не замечал. Да, Максим, вопрос вам из Твиттера. Валерий Сарович говорит, что в Корее удивлены, что у России всего 3 форварда. Что ответите корейцам? Всего 3 форварда у нас, они удивляются очень. У нас много игроков, способных сыграть в атаке, поэтому мы предпочитаем атакующую игру. Я не скажу. Каждый из нас может выступить в роли нападающего. Yeah, Korean people said that you got only 3 attackers in the squad. What do you think about that? I think that we got a lot of players who got qualities to play in front, to play attack. So I don't think there is nothing. I think there is nothing to worry about. Максим, вчера голландцы разгромили испанцев. Может ли эта игра служить для сборной России примерно того, как нужно играть против команд, которые на бумаге являются своими фаворитами? Вот, то есть не бояться и играть в свой футбол? Ну, мы для этого приехали, чтобы играть в свой футбол, наверное. Но повторюсь, просто Евро, когда Испания проиграла первый матч, они стали чемпионами. Вот, поэтому для нас эти игры как бы ничего не значат, нам нужно свои задачи решать. If you remember the European Championships 2 years ago, Spain also lost their first game against Switzerland, and they lost against Netherlands here as well. And we don't care really much about those results because we're focused on our game and our preparation. Максим, добрый день. К сожалению, сборная достаточно закрыта сейчас в повседневности. Хотелось бы рассказать, чтобы рассказать немножко о графике, как он построен для команды, насколько тяжело ребята переживают отсутствие возможности пользоваться социальными сетями и как проводить досуг. Спасибо. Ну, если команда закрыта за пространство, значит, это личная подготовка, нам не для посторонних. Мы готовимся в штатном режиме, и поэтому что-то добавить. Ну, какие-то детали есть просто. Невидные. Все игроки смотрят футбол, а он идет на протяжении всего целого дня, поэтому тщательно следим за играми команды. Yeah, of course, I can't give you the team schedule, and I can't say anything about the close part of our being here. To repeat that everything is okay, everyone is happy to
stay here and to prepare for the World Cup. We were watching all the games. We got a special room there watching all the games and everything is okay. I just wanted to ask in English if I may. Two questions. Firstly, what's the mood in the camp? Like, what's Capello's regime like? Because when he was England manager, he was criticised for running a very strict disciplinary system. Very good thing because everybody is working really hard, giving 100% in every session, and it is a lot to our team, so I'm really happy. Another question. Every Russian player in the squad is based in Russia, which is very unusual. Do you think that's a good thing or a bad thing? Максим, еще один вопрос из Твиттера. Вот до сих пор спорят об этом эпизоде матча Бразилия-Хорватия, пенальти, когда бразилец Фреда, можно сказать, его нарисовал. Вот оцените момент с вашей точки зрения, и вы бы упали на месте Фреда? Ну, как нападающий, наверное, он правильно сделал для своей команды. Вот. Но если посмотреть на повторе, мне кажется, пол был. Вот. Динамика может... Yeah, about penalty in the game, Brazil against Croatia. I think as a striker, Fred tried to do his best and to bring advantage to his team. Then it's very difficult to evaluate those episodes because it's happened really fast there. And when you see the replay in small motion, you get a different impression. So it's always up to referee to decide. Максим, скажи, пожалуйста, приступила ли уже команда к подробному анализу игры сборной Южной Кореи? Нет, пока не было. The question was if you already analyzed the Korean Koreans game, Korean team, we're still arriving. Последний вопрос, пожалуйста. Есть ли остаться? Нет вопросов. Спасибо. Сейчас ждем.